Журавли – символ чистоты, счастья, честности, готовности к бескорыстной помощи. Ученики школы номер 25 под руководством преподавателя вырезают из бумаги белоснежных журавликов в память погибших во время теракта в Крокус-Сити-Холл. Школьники также мастерят бумажные цветы крокусы, чтобы духовно поддержать пострадавших. Горесть, жалко людей, которые там погибли, жалко жертв, которые там были вообще. Чтобы не забыть эту трагедию, чтобы такого больше не было, этого теракта, этого ужасного теракта. Перед тем, как приступить к изготовлению цветов и журавликов, дети выстроились на линейке. Учебный день начался с минуты молчания. И старшеклассники, и те, кто помладше, все понимают, что таких чудовищных событий происходить не должно. Первый урок завершился. Сотни птичек готовы. Далее школьники наклеили их на окна учебного заведения. В Москве в этот день все очень боялись и убегали с этого. И я даже знаю, что 15-летний мальчик помогал им убежать и не спасал себя, а других. Обычно по понедельникам в этой школе проходят уроки под названием «Разговор о важном». Учителя просвещают детей на политические, общественные темы, беседуют о семье и дружбе. И этот урок отличается от предыдущих. Дети высказали свое мнение, и, конечно, все вместе мы пришли к единому мнению, что для того, чтобы нам справиться с этой ситуацией, справиться со своими эмоциями, мы должны объединиться всей страной. Напомним, 24 марта, в день общенационального траура, в 19:55 на здании Крокус-Сити-Холл появилась проекция «Журавли». Бесконечный клин журавлей поднимается от основания здания и улетает в небо. Организаторами акции выступило волонтерское движение «Мы вместе». Так в Москве почтили память тех, кто погиб во время теракта в концертном комплексе 22 марта этого года. Нападение на концертный зал стало крупнейшим терактом в истории России со времен захвата школы в Беслане в 2004 году. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Улправда ТВ.